где в мире вы находите Землю, resplendent с миллиард культурами, мыслями и выражениями, весь используемый наблюдать преследование, превосходство, почести и вознаграждение, выигранные индийцами, распознали их вклад в широкий диапазон областей, включая литературного и артистического потенциала науки, благосостояния, экономики и милосердия, которые являются проявлением духа Индии. Уважаемый господин Равиндранат, давно я пытаюсь находить храбрость писать вам с тех времен, когда вы были в Лондоне. Это письмо, может быть, никогда не достигает вас, поскольку я не знаю, как адресовать его. Это почти 2 года назад, что мой старший сын пошел на войне в последний раз. Когда он предлагал до свидания мне с утопляющим сердцем, и когда его карманная книга возвратилась ко мне, я нашла те замечательные слова ваши, написанные в его дорогом письме с вашим именем на нем. Линии из письма, адресованные Тагору, матерью Ульфреда Оэн, молодой британский поэт, убитый в Первой мировой войне. Равиндранат Тагор обогатил каждую область человеческого дума и действия. Он нашел в природе богатство, которое выдержало его творческий потенциал. Я по всей природе поэт. От моих дней детства мое единственное признание было, чтобы выразить мои идеи в стихах, дать форму моим мечтаниям и поэмам. Я имел естественную любовь для жизни, для природы. Как я вырос, мою самую глубокую любовь для литературы и музыки увеличил мой интерес в письме, романе и короткие истории и дала музыку моим стихам. Рождённый в Калькутте в 1861 году творческая душа Тагора не была довольна созданием литературы. Он искал средства, чтобы нести его радость в природе, в жизни его людей, к целое новое поколение со социальным чувством для природы. Он основывал школу в Шантиникетен, в коленях природы, и стал преподавателем. Преподавая через песни и танцы, игры, ритуалы и через поэзию. Такие, такие, сиро чапола, кироны, кироны, оло шабоди кою жала. Ки протима деки, жочуна маки, кере кече аки, амори комоло путала. Такие, такие, сиро чапола. Его жизнь с природой и с растущими детьми, его непрерывная продолжительность, которую он приобретал, вошел в создание Гитанджали. Целый ряд новых поэм, выбор которых появился в английском переводе в ноябре 1912 года как Гитанджали, то есть «Песни предложения». Вебе Йетс написал Тагору в 1913 году. Эта лирика, полная непереводимыми, деликатесными цвета материального изображения, показывающего их форт миру, который я мечтал всей моей жизни долго. В течение нескольких лет Рабиндранат путешествовал экстенсивно, встречая и обменивая счетов со самыми большими умами его времени. С позициями он брал на различные проблемы национального и международного предприятия. И его командующее присутствие с его острыми особенностями, интенсивные глаза, чистым голосом и его темных одеждах, он быстро превратился в икон, который люди обожали и хотели видеть. В 1930 году в историческом диалоге Тагор сказал Альберту Эйнштейну: «Этот мир — человеческий мир. Научное представление его тоже научного человека, вечный. Мы знаем его как правду, мы чувствуем его как красота». В то же время на посещении России он, оказалось, обнаружил модель для общества, заинтересованного
нуждами людей и ищущего прогресс через распространение образования. Но поскольку военные облака собрались, и борьба свободы в Индии вошла в критическую стадию, Тагор стремился смотреть вне темноты к рождению нового универсального человека. Он пытался ясно формулировать его озабоченность и его зрение в отчаянном всплеске творческого потенциала, развивающего дальше в наводнении картин. Он смело несковал стих, где ум без опасения и голова содержится высоко, где знания бесплатные, где мир не был разбит в фрагменты узких внутренних войн, где слова ведут из глубины правды. Рабиндранат Тагор был предоставлен Нобелевскую премию в литературе в 1913 году. Однажды я сидел для портрета, который должен был рисоваться, Хоми Джахангир Баба. Я сказал Бабе, что это портрет ученого ученым. Баба не согласился. Он сказал, этот рисунок артиста, рисуемый артистом. Да, я верю, что ученый тоже как артист. Он все время рисует картины в его думе. Рожденный в 1888 году в городе Тируччираппалли, в его очень первых экспериментах и исследованиях в Калькутте С.В. Раман искал ответы на некоторых основных вопросов, которые каждый спрашивает в присутствии природы. На обратном пути из его первого морского путешествия в Европе в 1921 году Раман был очень очарован глубоким синим светом морской воды и думал, было ли это просто отражение неба. Но вопрос остался, что было это, которое отклонило свет и сделало его проход видимым. В течение следующих 2 года Раман изучал ее рассеивание света, подобно навязчивой идее. Он сделал спектрограф и нашел, что преобразование происходит, когда обычный свет был рассеян материей. Когда свет одной частоты рассеян материей, характеристика материала добавляется к частоте. Эти частоты равны инфракрасным частотам материала и вызваны обменом энергии между светом и материалом. Это и сейчас называется эффект Рамана. Первые результаты Рамана – это большой вклад в квантовую механику и к развитию физической химии. В отличие от многих ученых, кто имеют тенденцию ограничивать их исследования к одной области науки, Раман перемещался свободно от одной области до другой, охватывая в его работе в Бангалоре проблемы отражения света в кристаллях и рассеивания динамика атомов. И, наконец, физика музыки. Звуки, зрение и природа составляли мир Рамана.
я делал некоторую работу над световым восприятием, которое выходит из естественного отражения на птицах и бабочках. Это принесло мне близко к природе еще раз. Для меня наука, философия и искусство – наука. С.В. Раман был предоставлен Нобелевский приз в физике в 1930 году. 10 февраля 1964 года я только что получил письмо от моего друга. Он очень хочет знать о моих недавних исследованиях в микробиологии. Он кажется весьма заинтересованным публикацией моей статьи. Я знаю, что это время еще не пришло. 22 января 1965 года. Очень холодно в Мадисоне в последних нескольких дней. Я прохожу через некоторые захватывающие дни. Сейчас ощущаю экстаз научного открытия. 24 января 1965 года. Это был беспокойный день. Имел встречу со студентами утром. Обед только следует за посещением лаборатории. Мои недавние результаты на синтезе полинуклеотида с известными основами, последовательностями, теперь приняли определенную форму. Рожденный в 1922 года в Райпуре на западе Панджаба, Харгобин Хурана нашел его место в истории науки только в лабораториях Висконского университета в Мадисоне в тех волшебных днях середины 60-х годов. Немного был достигнут со времен Григория Менделя 100 лет назад в области генетики, в которой Хурана был занят. Маршал Ниленбург и Певе Холли в Соединенных Штатах Америки были заняты в поиск способов синтезировать гены с известными основами, последовательностями, но это было оставлено к Хурана, чтобы решить генетического кодекса и создавать искусственный ген впервые. Более сенсационные, более поздние события в молекулярной биологии, и особенно в клонинг и идентификация генетической идентичности задолжают их начало к открытию пионера Хурана. Преуспев так многих путях по химии, нуклеинной кислоты и молекулярной биологии. Нуклеинные кислоты, включая синтеза первых биологически активных генов, Хурана решил переключать и работать в области мембраны, и он работал на теории бактерических адапций, опций и молекулы столь важны для зрения. Несколько лет назад я был председателем сессии на встречу Акайду, которые нарождали Хурана. Хурана дал последнюю лекцию лейтмотива встречи. Я никогда не видел никого настолько восторженный, так молодой, говорящий о его исследовании, зная, что он скоро переключает к различной области исследования. Он тем временем продолжает работать на физиологии и больше. Не строгий химии зрения. Это удивительно наблюдать, что тот, кто был образован до 3 класс Панджабе, который явился таким ученым, который может переключать области работы так много раз и делает абсолютно несвиваемый вклад каждой области, которую он выбрал.
размещены в настоящее время в MIT лабораториях в Бостоне. Доктор Харгобинд Хурана участвовал в исследованиях на РНА и ДНА от E. coli гена со 126 нуклеотид основания пары. Поскольку мир ждет все же еще одного самого важного открытия. Харгобинд Хурана был предоставлен Нобелевскую премию в физиологии медицина в 1968 году. Мой дорогой отец, я желаю отправить это письмо к вам по почте только после приезжания в Лондон, который является все еще 18 днями далеко. Вы думали, что мой длинный рейс будет скучен, и, к счастью, я человек, я могу испытывать роман с моей первой поездки в Лондон. На этом рейсе я прохожу через бессонные ночи, сидя один на палубе, наблюдая всю ночь невинные звезды на небо. На море я могу видеть безграничное небо, роскошно наблюдаться. Как дни идут, я больше убежден в теориям, в которые я поверил. Я сказал моему профессору в Кембридже о моих убеждениях. Субраманиам Чандрашекхар был рожден в 1910 году в Лахоре, предразделенном Индии. Ему было 18 лет, когда он пытался развивать новые теории в астрофизике. Рано в жизни Чандрашекхар спросил себя, что будет результат различных стадий материи в форме газа, жидкости и тела, если огромный материи связан с высоким увеличением температуры. Он скоро придумал ответ, который сейчас знают как Чандрашекхар ограничение массы. Чандрашекхар установил, что если звезда больше, чем почти полтора раза массы Солнца, тогда никакое давление не может поддерживать это в конечном счете против гравитационного краха. Эта теория находится в основании нескольких событий в современном астрофизическом исследовании, включая открытие пульсаров и звезд рентгена. Два соглашения Чандрашекхара относительно звездной структуры в динамике существования выдающихся работ, которые являются частью его сокровища, были первые оригинальные статьи, опубликованные в Кембридже и Чикаго. Фундаментальная мотивация в преследовании науки должна быть эстетической и врожденная красота в науке. Он был активен Фрэнсисом Бэконом, который сказал: «Нет никакой красоты, которая не имеет никакого странного в сказанной пропорции». Так что он был чрезвычайно чувствителен к эстетической красоте в науке. Он был очень математически ориентируемый ученый, а не интуитивный ученый. Но к нему математика не была только набор уравнений. Он сравнил бы формулу Рамануджам с скульптурой Майкеланджело или Вероницы Бетховен. Так что вы должны слушать его, разъяснять на этих вещах, действительно ценить, настолько полным человеком он был. С.В. Раман описал Чандра как художник науки, который чувствовал фервер в границах науки и жаловался. Мой дорогой друг, какие будут неудачные факты о преследовании науки? Как я сделал это? Я должен жертвовать с другими интересами в жизни, как литература, музыка и путешествия. Я хотел читать все игры Шекспира очень тщательно, линию за линией, слово словом. Я знаю, что я был бы дополнительный человек, если я это сделал. Я не знаю, является ли сожаление правильный термин для того, что я чувствую. Но рано или поздно каждый должен урегулировать с теми теориями. Если это случилось бы в
в таинственном мире пространства вне Вселенной, мы еще остались окутаны в тайну. С. Чандрашекар был предоставлен Нобелевский приз в физике в 1983 году. Что является миром? Точное определение все еще уклоняется от нас. Но Матери Терезе все работы любви – работы мира. Маленький ребенок в матке матери – это человек с момента концепции. Позвольте нас просить, чтобы помочь этому маленькому ребенку, который будет рожден. Позвольте нам молиться, чтобы обеспечить защиту для бездомного, еда для голодающих и успокойство для смерти. В 1929 году она прибыла в Калькутту как модус лорето к миссиям в Индии. Ее очень первое подвергание бедности в этом голем ужасе привел ее в активность в милосердии, который начался с ее введения как миссионери милосердия. Сопровождение Нирмала Шишу Бхаван, приют для нежелательных и оставленных детей. Боже, делайте нас достойным, чтобы служить наши братья во всем мире. Ее нирмал хрудай и премдан дал защиту умирающим людям, кто оставлены на край дороги. Она также открыла множество домов для прокаженных во всем мире. Миссионер – это совершенный гуманист, символ доброжелательности и самоотверженности. Матери Тереза была живая святая для многих. Жизнь матери – длинное рвение к милосердию, принес ей близко к святности. Святой в течение следующего столетия и больше. Свет, который Тереза осветила для бедных и сироты и деститут, все еще сияет. Увековечие ее выражение, соболезнования и любви, обслуживания и жертв. Мать Тереза была предоставлена Нобелевский приз за мир в 1979 году. Сзади кредо экономики Амартья Сена со страстным человеческим беспокойством находятся детские воспоминания 10-летнего военного свидетеля об ужасном голоде 1943-4 годах в Бенгале. Теория Сена бедности и голода глубоко связана с его теорией способности. Более высокая тенденция в национальном доходе непосредственно не гарантирует увеличение способности бедных людей,
к получению удовольствия от материальных комфортов. Эта способность их увеличила бы, только если количественные, чем качественные уровни услуг предприятий коммунального обслуживания, подобно образованию, здравоохранению, еде и питанию, также улучшаются. Это с его настоящим беспокойством для человеческого положения непосредственно, что Сен указывает к ответственности государства в развитии производства, контроля и услугах, благосостояния и обеспечения бесплатного доступа для людей к услугам, которые должны быть нацеплены усовершенствования уровня жизни. У Сена были хорошие воспоминания также об опыте обучения на лесном фоне Шантиникетана, разработанным Тагором. Академические проблемы он обсуждал в президенции коллежи Калькутты как студент, исследователь и преподаватель. Теперь он мастер в Тринити колледж в Кембридже. Два наиболее важных фактора, которые объясняют половые дифференциалы рода и смертности среди детей. Первый – женское образование и грамотность. Второй – женская возможность занятости. Больше вы можете видеть увеличение рыночной власти женщин в пределах семьи. Положение женщин становится лучше, когда они имеют работу вне дома, чем быть зависимыми на кого-то. Кстати, грамотность и образование дает женщинам большого членораздельного голоса, больше уважения благодаря образованию. Они приобретают и обучение в школах тоже дает им прямую экспозицию к миру. Надо заметить, что не только уменьшение половой разницы и смертность, но и фактически смертность младенцев и детей также больше благотронут женской грамотностью, и это является наиболее важным влиянием их грамотности. Индекс развития полов – это заслуживающий суплемент к главному индексу. Эти индексы – только один из многих индексов революционной и экономической мысли, которых Сен запустил. Эта революция признана его родиной с награждением его чести Бхарат Ратна. Амартья Сен был предоставлен Нобелевскую премию в экономике в 1998 году. Все эти шесть лиц служили своими отличительными способами и увеличивали богатство цивилизации и распространили границы знания и дум. И продвигали миссию древней цивилизации, которому они принадлежат и которая выросла их. Нобелевские премии, предоставленные им, были подтверждением интеллектуального и духовного гения Индии, выражающие себя через индивидуальные достижения этих шесть.